Хей, йога, с вами Шумки, и мы продолжаем проходить игру под названием Dead Space. В прошлой серии мы, если я не ошибаюсь, переехали на какой-то вагонетке. Там. Ага, и нам нужно запустить энергию. Так, сразу переключаем. Угнетающая музычка. Нигде эта тварь не сидит. Ладно, что мне по инвентарю? Так, у меня какая-то схема. Это у нас что? Нет, вы можете мне сказать, что это? Ага, тем. Схема трубореза. У нас есть одна хилка маленькая. Ладно, поехали. Так, F. Активирован режим дозаправки. Топлива достаточно для запуска главного двигателя. Готово. По датчикам у нас только четверть запаса топлива, но этого хватит, чтобы восстановить прежнюю орбиту, как только ты запустишь двигатель. Что за... Что такое? Ложная тревога. Показалось что-то. Так, давайте вспоминать, что у нас было. На нас тогда... Типа, нападал монстр. Потом он куда-то свалил в решетку, да? Вот сюда вот. Ну да. В принципе, ожидаемо. Ой, блядь. Ну нафиг. А тот клещ на меня что, не нападет? Топливно-огнеметовно. Ага, звуки потише. Да, хуй, я сюда пойду. Я лучше так пойду. Где решеток нету? Да? Не, а где этот, который в решетке тогда у нас был? Ладно, поехали. Отправляемся. Я не знаю, что меня ожидает, бля, это и это вот меня пугает. Как бы. Ну, музыка говорит. А, я понял, это глаза врагов. А, кажется, кто-то туда забежал, да? Блять, я сыкую, ну нахуй. Потому что я в основном слышал, что кто-то бежал. Ебаный брат. Слушай, идем со мной. Так.
Эта херовина пойдет со мной. Так, давайте по карте вообще, куда мне нужно идти? Сложно. Ладно. Без этой херовины пойдем. Так. Так. Магазин. Рюкзачок. Да, труборез. Сколько ты стоишь? 8000. Ну, это такое, на самом деле. Типа топливо до него, наверное, тоже аж нужно покупать будет. Это нафиг надо. Так, рюкзачок. Плазменный резак. Переместить. Давайте одну среднюю еще перемещу. Так, сохранимся. Так, а там я был? В смысле, я тут что, тоже? Я тут не был? Разве? Я ж там был, кажется. Да-да. Да не, я, кажется, я ж тут был. Алло. Там же вон верстак. Так, а у меня узлы есть хотя бы? Да, у меня узел есть, тихо. Пойдем узел используем. Здорово. Верстак. Плазменная винтовка. Ущерб. Да. Мы еще можем купить два этих узла, в принципе. Два узла купить. И прокачать еще объем и урон. Чтобы наверняка. Либо они на... Вот, а... Опять, что это за звуки? Типа, фиг, фиг, как будто что-то где-то есть. Моноти... А, это костюмы, тю. Я понял, типа, людишки висят, я даже их не замечал раньше. Так, мне сюда, да? Так, вот этот мне лифт не нравится из-за того, что тут люки. Музыка пугающая. Да, да, да. Так, что по карте? Выходим по прямой, там есть сохранялка. Хорошо, и есть магазин. Давайте возьмем, пускай просто лежит, если что, потом повыкидываем. Какая-то комната. Так, электричество. Электричество, не шалить. Маленькая аптечка. Аудиосообщение. Теперь отключилась центрифуга. У нас на заднице висит скала весом 4 триллиона тонн. Без работающей центрифуги гравитация просто размажет нас о планету. Посмотрю, возможно ли ее починить. Так, еще один верстак. Еще один люк. Плюс кредиты. Угу. Добро. Я не хочу тебя брать, алло. Ну, блин.
Тут неудобно то, что я не могу выбирать то, что я хочу брать. Да ёлки-палки, чё ты подобрался? Если тут есть магазин, то я могу тебя просто продать. Делов-то. Так, что по патронам? По патронам нормально, вижу люки. В угол встану, если вдруг что. Так, включить. Активировать систему обеззараживания. О. Активирован режим обеззараживания. Пожалуйста, ждите. Ага. Да-да-да. Тут люк у нас есть и с той стороны. Лежать. Лежать. Все? Обеззараживание завершено. Спасибо за ожидание. А теперь свет мне починили. Этого хорошо, что я сразу убил. А эти жесткие все равно враги. Так. Ну, в принципе, я так и ожидал, что будет. Поэтому я сразу выбрал самое такое безопасное место, куда можно встать. Ага. Мне в ту сторону, да? А что у нас там? Там, в принципе, тоже какая-то комната. Давайте сначала в эту сходим. Лучше большую пушку взять. Что там происходит? Что-то мне это вообще не нравится. А рюкзак то полон. Мне кажется, это если сейчас включу, я выйду на уличку. Да? Мне бы инвентарь где-то найти. Да, воздух. Ладно, давайте тогда сейчас сохранюсь. Да. А, я выкину хилку малого калибра. Пробежимся быстро обратно. Так. Или магазин давайте бросим. Побежали.
В принципе, враги не должны появляться снова, если я не зацепил какую-то точку именно. Потому что огромное рычит, алло. Просто даже не то слово, что огромное. Потому что громяное, блядь. А лифт заработает? Не, ну как бы здесь не видно, что они могут пролезть где-то. Я думаю. Так, ладно, значит, магазин сюда кидаем один. Рюкзак, давай малую аптечку кидаем. Переместить. Давай все-таки среднюю переместим. Золотой полупроводник. Что он дает мне? Ценная электронная деталь может быть продана за кредиты в магазине. А, ясно. Ну, в принципе, держу в курсе, ладно. Кайф. Это только для продажи, что ли? Ну, давайте продадим. Ценная электронная деталь может быть продана за кредит в магазине. Ну, типа... А я думал там, что ценненькое на самом деле. Ладно, сохранимся здесь. И сохранимся на ту же точку. Так, полетели. Так, итого у нас 5 свободных слотов. Мне нужно... У меня 2 средние хилки, 1 маленькая. Сейчас будет 2 стака, 5 стаков даже, патронов. На вот эту пушку всего лишь один заряд. Это не беда, да? Или сколько зарядов? А, даже 5. Стоять, значит, там уже стоит пятерка. Ничего себе, это хорошо. А, возьму, пускай. Потом выкину. Так, это вентиль. Вентили. Так, мы в эту, да, сторону ходили? Так, хорошо. Емкость побольше. Может, еще сразу в ту сторону сбегаем до конца. Мне кажется, там что-то тоже будет такое, более ценное. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Потому что мы сейчас отправимся в чистку. Чистую воду. Ну, как в космос, да, типа атмосферную. По идее, там ничего нету. Там обычная как комната идет. Да, в принципе, видеть там ничего нету. Зато мы силовый узел нашли. Стой, а где у нас верстак был? Назад. Верстак. Лучше сразу прокачиваться.
Пипец там громадина какая-то. Главное, чтобы она меня не убила. А давайте посмотрим вот эту лазерную винтовку. Сразу мне прокачивается объем, да, будет? На единичку, скорее всего. Либо можно сразу в ущерб пойти. Ладно, давайте. Хотя, блин, здоровье тоже нужно было бы прокачивать. 25 единиц здоровья. Вот эти два докачаем, и будем идти. Хотя еще скорострельность можно вкачать, перезарядку. Ладно, вот это, я думаю, не стоит. А, там вообще там копейки какие-то. Вот эти два вкачаем. И идем, короче, по броне. Я не знаю, типа, денежки храню, может, будет костюм у нас. Типа, я могу купить три силовых узла, как бы. Да? Как бы там. Три силовых узла. Стой, сколько у меня будет денежек? Да, три силовых узла у меня будет, если их потрачу. Но считайте, я сразу смогу себе немножко хп прокачать. Так, все, погнали в атмосферу. Открытый воздух, открытый воздух. Зона гравитации. О, зона гравитации. Зона невесомости. Это понятно, хорошо. Так, ящик. Зачем мне вообще эти боеприпасы? Ладно, что по карте? А, то есть я в этом месте просто нахожусь. Ладно. Ха! Все? Что за свист? О, мало хилка. Ладно, выброшу это. Нафиг мне это нужно. Бросить. 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 Лучше хилку возьму. На, так это я вниз, если буду прыгать. Как же, блядь, сложно. Так. А ну, плюс... А, я прилипаю, класс. Тазис. Мне, по идее, только эти подрубить нужно. Полезного больше здесь ничего нету, ладно. Полетели. Сколько у меня там патронов? 7. Я понимаю, что здесь сейчас будет орда врагов, поэтому лучше сразу все блутать. Все поискать. О, здрасте. А это кислород вообще.
кресле. Мне нужно в каком-то порядке их или что? Давай с тебя начну. Нужно сразу понимать, где я нахожусь. Я теряюсь в пространстве. Центрифуга деактивирована. Пожалуйста, подключите энергоблоки вручную и попробуйте еще раз. Так, они не подключаются, алло. Или мне типа, а ну-ка, могу я тут достать? Нет, не достаю, ладно. А делаем тогда таким образом. Немного делаем близко. Где-то вот так вот. Энергоблок подключен. Нет. Ой. А, фу, это все подключен. Почему ты не взаимодействуешь? Так, ну в принципе все. Теперь мне только зарядить осталось аппаратуру. Ой. Так. Готово. Где подруб... Ага, вот подрубитель. Центрифуга активирована. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме. Вхожу в вакуум. GG, да? А, то есть я в смысле, я не могу ходить. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось. Чё, блядь? Чё, блядь? Центрифуга активирована. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме. Вхожу в вакуум. Я вас понял. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. А почему выстрел не работает? Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Это плохо. Разве мне получается в ту, да, сторону нужно бежать? Попробуем. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось. На следующий побегу. Ха-ха.
Ух. Пронесло. Мне нравится такой звук, что врагов не слышно. Единственный плюс. Нормально, у нас еще, если что, есть баллон. Зона нормального давления. Так, хорошо. Давайте тогда, думаю, на этом закончим, но все равно время подходит к концу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.